А что, мы тебе не записали ничего? Да, похер, кто в записи будет смотреть, всем здрасте. Ясно. Здрасте всем, здрасте, хеллоу, привет. Здрасте. Татьяна, здравствуй. Здравствуйте, добрый вечер. Как говорил наш великий вождь, гуру и учитель, здравствуйте, ребятки. Так, по поводу... Да, Riptide, продолжаем. Александр Кондрашов, Серхио, все на месте, все на базе. Продолжаем. Стас Турбо, Идюша Метелкин. Так, мы сейчас куда? Мы сейчас до верстака, потому что у меня все сточено до победного. Так, кстати, где у вас верстак? Верстак тут недалеко, кстати. Ага, все, погнали. 50 метров. Я тоже забыл между сериями обычно все. О, смотри, спиннер какой нарисован у них, нихуя себе. Хайперклан, блядь, меня не прогрузилось сначала, издалека было что-то. Хайперклан какой-то или типа того. А что ты меня бьешь? В смысле, я тебя бью? Нет, я его спрашиваю, что он охерел, что совсем. Я стою тут достопримечательности, значит, местные разгляды, он меня бьет. Ну, это беспредел, что. Я... Пиздец, их вообще доебать! Блять, добрый вечер, как говорится. А, выносливость, да-да-да. Да, я хотел его добить. Я же ачивочку хочу себе. Это разбить кошки. А, ой, извините. Да. Извините. О, путеводитель по острову. Оп, ебать! Взрывной! Я отъехал. Сука, я забегаю в какой-то сарай просто. Там этот взрывной хер, я вроде выбежал на улицу. Он все равно меня. Так, ага. Уй! Behind you, amigo! Да ты куда лезешь, иди в жопу. О! Так, а что я хотел? Подожди, я хотел пушку сменить. А, так здесь верстак и был. Вот то есть он нас подкарауливал у верстака. Вот проказник. Че это? О, злобная клинковая пицца. Мыло спавнится на полках. Держу в курсе. Допустим. Так. Что у нас вот это? Когти. Да. Ну давай, ладно, когти починим, хуй с вами. Чё мы по деньгам-то? 22 тысячи, не так много на самом деле. Блять, нам же торговец еще нужен. Во, у меня куча всего набрано, надо все это... Гвозди-пистолет, господи, наш перевод такой. Гвозди-пистолет. Не гвоздомет именно, вот, а гвозди-пистолет. О, подожди, на когти можно сделать... Ну давай мы когти прокачаем, да, конечно. Почему нет-то? Слушай, интересно. Так. Так, что у меня еще есть? Может, что-то у меня есть? Что это за звук был? Ну-ка. Какой звук? От меня? От себя? Не-не. От игры? Смотри, у меня когти видно, что никакие? Что они поменялись. Там как будто колючка намотана еще. А, вот, типа, а так назывался мод колючка. Не, просто у меня сейчас за стенкой такой звук. Нет такого, нет? Вот здесь вот за стенкой, за сараем. Не, ну у меня... Это типа какие-то обезьяны, видимо, кричат. Или, ну, типа, звук эмбиент джунглей, но при этом звучит, как бы за стенкой прям сидит кто-то. Я себе... Я когтями перелом чуваку нанес. Это как вообще? Ну, ляг! А вот вижу. Да, блядь, ляг ты, сука, ебаная. Вот я тебе ура... А, я его убил, слушай. Блядь, вот тоже вот они какие-то здесь такие тугие вот эти уёбки. То есть ты их пихаешь, они вроде начинают падать, и такие, знаешь, в полулежачем вот состоянии такие, да? Ни туда, ни сюда. Блядь, слушай, я забыл тебе скинуть, я всю неделю хотел и забыл тебе скинуть этот, чтобы звук-то починить там в стиме же. Ну, я и в рот его компакт. Ну ладно. Так, мы что, а где у нас, подожди? Ну, у меня вот 280, у меня отправляйте в деревню Халай. Халай ебалай. А, это сюжет, все отлично. Как раз просто да. Про то, что мы решили тут героически... Ну, не то, чтобы заспидранить, конечно, игру. Но, типа, если она так... По минимуму отвлекаться на побочки, скажем так. Да. Потому что она, конечно, красивая. Боюсь, мы здесь не пройдем.
Здесь слишком опасно. Не, если не присаживаться на карта, тогда пройдем. Бля, смотри, какие местные жители купание устраивают. Красота. Естественные зомби в естественной среде обитания. Это все надо голосом Дроздова говорить. Ну, я просто с просонья сейчас не очень. И да, вы правильно поняли, в 6 вечера с просонья. Не осуждайте меня строго, я проходил. Да, блядь, добей ты его. Я Алановой когда проходил второму. Давай, он лежит. Давай. Спасибо. А, точно, я же там переоделась в какое-то платье. Да. Альтернативный... Бля, заебись, он меня бить может, я его нет. Вот это охуенно просто. Так, я хочу в этот контейнер залезть. Да. Да не так. Угу. Ясно, понятно. О, нахуй. Да здравствуй, солнышко, что меня со всех сторон херачат? Да сдохни, господи. Леватрон пришел. Мужчина, окститесь. Блять, да пиздец, слушай, он мне все здоровье снял за 2 тычка. Аталичи, сукова. Ебать. Я реально вот неделя прошла, мы же неделю, по-моему, грубо говоря, где-то не играли, да? Ну да, примерно. Вот, и меня опять, я опять вспомнил вот это ощущение, типа, а нахуя я переносил персонажа из предыдущей игры? Че из... Ну ладно, раз уж мы тут. Главное, на тех он плавающих не подходить, а то они... А здесь главное, знаешь, что сделать? Смотри. Смертельный номер. Ага. Да, точно, начинается. Тонешь, да? Да. О, ящик. У меня ты присел, ну, как бы, у тебя шея и голова на воздухе. Ну, короче, что это обмусоливать, все понятно, это... Ну да. Ясно. До сих пор весело, грубо говоря. Игра 10 из 10 на кончиках пальцев. Да, у меня она... Тем, что нужно следить за выносливостью, такие флешбеки, блин, отдает. Я вчера стримил... Dark Souls? Dark Souls, да. О! Hello. Че ты? Здесь вот на крышу залезть можно. А, нет. На, держи. Потом уже не так весело, просто он лежал. У него коленки, ну, ноги по колени свешены были. Я такой подпрыгнул, его пнул, у него ноги так брынь, подпрыгнули. Почему это смешно было? Прикольно. Так, а здесь знаешь что? А, бля, я думал, это ящик, это пакет лимонного сока. Конечно, здесь фомка на 330, но даже у меня на 330. Хочу. А какой уровень? 45. Блять, ясно. Ну это не в ящике, если что. А, было, у меня 24-й. Ну это меняет дело. Блять, я чихну, сейчас, секунду. Так. Сейчас все будет. О, хорошо. Так, фомка это хорошо. Ну уж, фомка это прям отлично. А где она? Бля, кстати, вот прикольно, вот иногда в этой игре есть такие прям мини-истории какие-то, типа вот здесь какой-то столик, ну, точнее, стул валяется перевернутый, да, пакеты с соком и труп мужика, и здесь вот от костра остаток такой, видишь, типа мужик здесь пытался выживать, но, видимо, зараженный был и все-таки умер. Или просто там от потери какой-то. Вот, редко, но такое в игре бывает. А еще в игре, знаешь что, кстати, у меня свои проблемы со звуком. У меня нет такого, что зомби орут постоянно. Но зато у меня постоянно что-то ходишь где-то, топчешься. То есть ты стоишь на месте, а судя по звуку, ты бегаешь вокруг меня, как умалишенный. Что это за звук такой, блядь? Иди нахуй, блядь, мы не пойдем к тебе. Ты большой и страшный. Блин, такие просто под копирку сделаны эти трейлеры, все они одинаковые, у них даже одинаковые, да мать твою, почему я выйти-то не могу, даже одинаковые рюкзаки лежат. Бля, их канализация все вычесть. Четвертый раз подбираю с них лут, но это все время разные типа трейлеры были. Так, пацаны лежать.
Вот эти вообще размотались ни о чем, как будто их даже не было, блядь. Че, куда? Обожает, что такое? Сейчас, секундочку, во-первых, вот это. Бля, нам торговец нужен. Нам, знаешь, что нужно? Нам нужен торговец. У меня весь инвентарь всяким говном забит. Все, мы там были. Мы там были. Вот я сейчас смотрю по карте, мы там были. А здесь торговец здесь тоже не будет, потому что мы здесь тоже были. А, мы возвращаемся к этим каким-то чувакам в эту деревню, где респалось все, да, постоянно. Окей. Халай. Хала. О, ну-ка, сейчас, подожди, халай я даже зафоткаю. Да куда ты, блядь, уби... Да, блядь, сука ты, ебаная мразь, ты, блядь, все испортила мне, сука. Ну охуеть, пиздец, я ее бью, блядь. Ну что это, блядь, кто вот это придумал, а? Вот какой-то мудак, вот просто конченый придумал. Вот что, идет... Тебя накрошили, что ли? Нет, нет, идет обычный зомбарь, обычный, просто вот, да? Ты этого обычного зомбаря... Да, блядь, не то, ну, сука, еще... Что происходит? Бля, нажал Е подобрать предмет, но в этот раз на какое-то расстояние определенное ко мне зомбарь подошел, она просто в воздух подлетела и ударила его, значит, в прыжке удар этот сработал. А, ну здесь небольшой типа перепад, они снизу, мы сверху, все, игра считает, что нужно срочно, пафосно размозжить голову кому-нибудь. Да. А, так вот, просто говорю, обычный, о, кстати, мы сверху здесь не смотрели, такие острова такие, как на Пандоре практически летающие. А, короче говоря, просто обычный зомбарь. Не вот бегающий, нет, просто обычный, который еле ходит. Он ко мне подходит, я ему нажимаю удар мачете по нему, а его вообще это никак не стагерит, не стопорит, ничего. Он просто продолжает меня пиздить и отнимает практически все здоровье двумя ударами. Ой, блядь, взрывной. А мне даже выстрелить нечем. Сейчас взорвется. Опа. На тебе. Ай, извините. О. Ну и чё? Ну здесь они будут... Мы же здесь лопнули. Да, я помню, поэтому да? Просто пробегаем отсюда вперёд. Отсюда будут да. Всё время. Короче, идем на маркер. Ты не поверишь, я отъехал, упал с 2 метров. Просто отъехал. Только что прыгал с огромной высоты. 1300 потерь. Ну, зато здесь телепортировался. Почему нет? Так, там туда. Угу. Да беги ты, животное, блядь. О, новый за уровень. Что я сейчас уровень получил? Я тоже просто на ровном месте. Блять, да как здесь выйти-то теперь отсюда, ёбаный в рот? Меня заспавнило где-то хуй поймешь где. А что такая сказала? Я стала сильнее! Так я начал удивленным голосом таким, я стала сильнее. Блять. Беги-беги. Опа! Я уже рядом. Так, блять, не то. Так, что это было у меня? Вероятность критического удара режущим оружием, да. Да, у меня по звуку... Бла-бла-бла-бла-бла, понятно. Вот у меня по звуку ты сейчас носишься как... Просто как, не знаю, как... Как кот ночью. Я просто... При этом вы стоите и разговариваете просто, вот, блядь. Блядь, у меня свои приколы. О, у тебя это ищите миссионера миссии или что? Да, что-то там Маркус вливает. Которая прям рядышком, да? О, слушай, сейчас... уровень прокачаю, сейчас секунду. Блядь, слушай, а он нас пока не пускает к себе, да? Просто у них магазин как бы там внутри у этих чуваков. То есть, видимо, пока мы сейчас что-то не сделаем, он нас не пускает, да? Сергей, привет. Здорово. Слышь, ты ебантяй, блядь. Это не тебе. Да. Это здесь, в игре. Это вот этот чувак, который у него здесь магазин, нам надо в магазин, а он, сука, нас не пускает. Ладно, пусть не пошли. Оп. Ага. Лежи. Набиваешь эту мелодию, но ты делаешь это без уважения. Да я вообще охуевший. Ох, ебать, красиво. Бляк. Блять, упади ты хоть ради приличия, ну ёб твою мать, тебя вдвоем пиздят, блять.
Да, смотри, вот за зомби пошли, ё-моё. Да, слушай, а у тебя вот эти чуваки... Не совесть. У тебя вот эти чуваки, они тоже бошками в досках утопленные, нет? Как в Джуманджи в фильме, нет? И при этом это как раз это вот единственная моделька трупа, которую нельзя пинать, я уже заметил, именно вот эти почему-то. Попробую к вам подключиться. Не, извини, дружище, но нет. Так, что тут у нас? Подожди. А, блядь, фонарик на Т же, да, я забыл, извините. Металлолом. Нихуя себе там движуха, смотри, какая пати в бассейне. Кстати, у меня сейчас то... Айфон. И попозже присоединимся. У меня, кстати, тоже топот какой-то слышится. Это, видимо, вообще. Так, так, ну ладно. Блять. Так, фолка, 26 уровень, я хочу ее. Верстак-то хуй с ним. Так, а чем я буду сейчас этих пиздить, чуваков? Мне же пиздить-то вообще нечем. О, есть ножик на 900, кстати говоря. Тот самый ножик. Ладно. Бля, а коктейли молотова у нас никаких нету, да? У меня две гранаты есть. Ядовитая бомба есть. Ну-ка, сейчас надо поставить. Сейчас, секундочку. А, да, у меня, да, ядовитая бомба тоже есть. Ну-ка, давайте мы сейчас пацанам устроим. А, давайте. Сюрприз, ну, кид. Ай. Что, блядь? Бля, заходи назад внутрь. Ну нахуй, серьезно, ты видал? Ну, ты видел? Да, бля. Да. Но бомба перестала травить, так что они не умрут, надо что-то сделать. Это как вот ворваться жестко и бескомпромиссно. Фаталити. Ну, здрасте, все, я отъехал. Не, здесь как первый чай в оригинале вообще невозможно просто зайти и всех убить. Вот это вот. Тебе просто сразу... Огр. Мать твою, я сейчас тоже отъеду. Пошел в сраку, я вылезаю. Бля, теперь как мне вернуться? Что, у меня есть еще да одна бомбочка? Бля, вы издеваетесь. Да у меня тоже есть еще. У меня... Сейчас она их маленько потравит. На. А, это здоровый. Ох, почему здесь Е? Какой-то. Почему здесь Е не срабатывает? Объясните мне. Здоровый. А, это как бегун с когтями, только здоровый. Ага. А, то есть они просто взяли модельку, увеличили, да, и все, новый враг. Ну, да. Сука, я ни разу не попал по нему. Ебать, он манчит просто по-царски. О! Бейсбольная бит какая-то из него. Мужик, ты заебал, тебя спасать. 39 уровень, я с ума сойду, пока докачаю. Целеустремленность какая-то. Боги прислали нас, да. Я знал, что они меня доставят. Мои дисциплины не делятся моей верой. Это почему они теперь карьеры. Как они не послушали? Excuse me, are you Marcus? Да, Marcus Villa is my name. And to whom do I owe my eternal gratitude? My name is Xian Mei, but that's not important. I was told you know the way to Henderson. Henderson? Yes, yes, of course. Так, дорогу знает. Those things? What? Ой, бля, заебал. No, I'm immune, so I can't be... Remarkable. No, there are five of us. Я просто быстро прочитываю, что там написано, и все. My flock will show... Ой, бля, заебал. Доставьте инструмент Маркусу. И за это он нам даст, чё, какой-то, видимо, вот это как раз, как его зовут, как у нас, шашлык вот этот. Так. А в смысле? То есть мы ему... Блять, ему что-то надо теперь принести, чтобы какие-то инструменты, ёбаный в рот. Так, знаете что, ребят, где у нас точка... Подожди, не беги никуда. Где у нас ближайшая точка быстрого...
Мы какую-то награду не забрали, слушай, подожди, здесь вот рядышком совсем. Награду? Вот я... Да. Вот где магазин Мэгги и вот... Нет, нет, не у него, не у... На карте посмотри, на карте. Так, не видно. А, так это... Этот Джексон, он нас отправил к Маркусу, и да, он обещался, что, типа, мы его найдем, и он нам что-то даст, там, какие-то когти, по-моему, тоже. А, ну пойдем заберем. То ли мод на когти, то ли что-то в этом роде. Блять, то эта фигня срабатывает даже когда зомбарь просто сидит на... А, может, сейчас на магазин пустят? Потому что просто мне магазин надо уже, пиздец, у меня весь инвентарь забит всякой хуетой. Да, блять, как к вам подойти-то, ёб твою мать. Где он? На верном пути. Да, я уже понял. А, вот, да, двери открыл нам. Да, ёп. Да, свирепые когти он дал. Зачем дверь нараспашку-то оставлять? Кончилась выносливость, я даже перепрыгнул. Ага, опять двери хотели закрыть передо мной. Не, я просто думал, что ты уже здесь. Да чё стрелять, блять, они за дверями, кто-нибудь хули вам сделают. Так, где у вас магазин? Магазин. Подальше. Ебать, тут квестов всяких. Магазин. О, тяжелый молот 300. А, 46 уровня, ну да. Извините. Магазин. Здесь мод есть, иди сюда. Здесь есть мод. Блять, а я на улице. Вот не задача. Короче, на верстаке прям мод лежит. Самому-то тоже надо взять. Да, блять, модификацию. Как вот его подобрать, это пиздец. Взял? Да. Нет, друзей искать, пожалуйста. Пошла в сраку. Сама будешь друзей искать. Так. О, Аманда. Нынче на продавщице. Так, что у нее есть? Серьезно, это все, что тебя можно купить? Ладно, не очень-то и хотелось. Так, продать хлеборезка, продать. Бля, надо было посмотреть на самом... Ладно, надо было сейчас... Вот я сейчас все продам, нахуй, все, что мне не нужно. Вот, собственно, я так и сделал. Как ты думаешь, гвоздепистолет нужно продавать, или он может... Ну, хуй знает, я пока его оставлю. Все-таки, типа, ну, условно, огнестрел. Пока что я его оставлю. 629, а у моего мачете... Хлеборезка. Его... 6, ну, понятно. А, у него прокачано, 659 уже... Ладно, покупать не буду, мы все равно что-нибудь найдем. Какое-нибудь оружие мы сейчас найдем все равно. Блять, вот тоже вот из серии проработка всего лежит на тарелке три персика, да? Или апельсина, хуй знает, что это похоже на персик. А вот, лежит три персика. Подходишь, одно съедаешь, чтобы поправить здоровье. Оставшиеся два нельзя съесть. Это просто текстурки. Вот, блять, вот. Чубы нет, как говорится. Так, а это. А, кстати, у нас побочная, где мертвые зимуют, отправляется мертвая зона. Нет, это сюжетная. Так, а это где у нас? Ну-ка, так покажи мне. Да, блять, убери ты эту метку нахер. Не, мы там не были. Ну окей, пойдем тогда. Блять, я сейчас тебе голову разобью, если ты не заткнешься. Серьезно тебе говорю, Мэгги, не беси меня, пожалуйста, очень прошу. Так-то я добрый, но, блять. Блин, а я и сделать даже ничего не могу. Вот задача. Блять, ну вот красиво. Ну красиво, не отнять. В смысле, из модов. Я понял, да. Ёб твою мать. Так, чё, куда? Я тут красотами просто. Блять, иди ты нахер, ты мне испортила скриншот, сука, блять, заткнись. Блять, бесит просто. Я стою, нашел охуенный вид, нажимаю скриншот, а в этот момент появляются субтитры вот ее этой. Да, тут родственники, да. Какой ебут твои родственники, блядь.
извините. Так. Блять, так, такой рык и такие вопли, как будто здесь стадо каких-то этих, не знаю, львов или тигров. Так, ну нам куда-то туда 180 метров по сюжету. Окей, okay, let's go. Оп. Это мое. Ама! Я тебя закопаю, говорит она. Похороню тебя нахуй. И тебя тоже закопаю. Блять, тут, сука, то, говорю, эта штука срабатывает, когда зомбарь вообще чуть ли не стоит. То он уже лежит, нажимаешь О, убейте 100 монстров ударами ноги, заебись. Еще и редкая, кстати, говоря, ачивка. Все, я доволен. Хорош. Так, а в смысле тупик? Подожди, сейчас, секундочку, просто посмотрю, здесь можно пройти-то? А, здесь просто куча домов, и нам куда-то туда надо. Бля, я рискую, я рискую, все, я пошел. Если а что, я рискну перепрыгнуть. Если что, не поминайте лихом. Нет, я выжил, представляешь? И опять же, кстати, прикольные такие, знаешь, вот эти домики тесные, они такие все между собой как-то пере... Ой, слушай, еще на крышу можно залезть? Или? Сейчас по крышам паркур! Еба, сейчас я чисто ассасин, сейчас я сейчас залезу только на самый верх. И начну по крышам херачить. Ну, как истинный ассасин, ты должен в конце прыжок веры выдать. Я постараюсь. Бля, реально, слушай. Еба, какой прикольный город. Бля, ну вот, чё не отнять, но красиво, сука. Ну красиво прям, ну блядь, ну вот, ну красиво. Ну так, да. А ты перепрыгнуть через эту хуйню не в состоянии, да? Заебись. Жаль, а зачем сюда, в принципе-то, тогда залезать? Сука, я упал, умер. Ясно? Я прыгать не буду. Не, просто я там, где я забирался по лестнице, с этого места я свалился просто. До этого я здесь не долетел. Не знаю, где меня заспавнило, но где-то заспавнило. Так. Короче, я пошел по воде, так и пофигу. Заебался уже блудить в этих коридорчиках, мне кажется, тысячно. Да, блядь, добьешь, может, и... Пацаны, го, попиздимся. Да, блядь, дай ты... Сука, я сейчас так тупо в воду упал, ты бы это видел просто, блядь. Это было самое тупое падение в воду в истории падений в воду, мне кажется. Ой. Так, и как? Еба там зомбари... А вот зомбари паркурят, значит, да? Вот это вот. То есть им по крышам можно бегать. На бошки полетели, другое дело. Так, где тут 70 метров, окей? Да-да-да-да-да, иди отсюда. А почему вот этого сверху нельзя напрыгнуть, убить? Он же, я же сверху стою. Блин, ну вот это наглость, конечно. Че? Блядь, на мои опять... удары не обращает внимания, и давай, нашивает. Да-да-да, вот то же самое, вот ровно сейчас то же самое. Вот я сейчас отъехал, произошло ровно то же самое. Я их бью, его вообще никак не стагерить не станет, он просто делает вид, как будто ничего не происходит. Ну, там, чуть-чуть урон ему проходит, да, вот. А мне при этом насовывает, а я отлетаю от этого, не могу бить в этот момент, потому что, типа, по мне проходит урон. Это заебись сделано. Нихуя себе ваншот, спасибо. А кто там был? Дырявая пизда с ножом. Извините, без негатива. А, это которые, да-да-да-да-да, выжившие стандартные. Вот нравится. Эта мразь. Сучья падаль. Взрывающийся. Никак... Ее убить лично было делом чести. Угу. Блять, я это видел со стороны, это пиздец, они кидают нож, и тебя просто относят куда-то, блядь. Нет, относит меня, потому что я назад отпрыгнул, думал увернуться, но здоровье у меня отняли, просто мое почтение. Это какой-то бред, вот реально. У меня такое впечатление, что они ёбнулись как будто вот в этом DLC. Ну, если что-то DLC, а в аддоне, ладно, в аддоне. Как будто с ума сошли просто, блядь. Причем
бабища, которая меня заваншотила, у нее был прям тесак такой здоровенный. А это меня бросило просто ножом кухонным. Угу. И этот меня не заваншотил. Охуеть, ты по... Пиздец, у него здоровье, ты просто по 2000 наносишь, у него, блядь, даже пол хп не считало. А еще сейчас охуенно я упал. Короче, там тоже ты дерешься с чуваком, я стою сверху, я смотрю, ну, типа, чтобы тебе помочь, да? Там появляется это Е, спрыгнуть в удар нанести, да? Нажимаю Е, она мимо этого чувака пролетает и падает в воду просто. То есть, блядь, это заскриптованная анимация, вот не то, что я криво прыгнул, но вот, блядь, ну серьезно. Блядь, чисто фермопилы сейчас, смотри. Чисто как 30 спартанцев сейчас. Безумие? Да. Нет, это не безумие. Не, это как раз... Спарта! Это как раз безумие, в общем-то. Так. Ну-ка, хлеборезку свою. Бля, у меня же когти есть модернизированные. Они настолько охуенные, что я им вообще не... Нет, смотри, потому что они плохо. Бля, я на этой... На И. Чё? Ты ко мне телепортируешься сразу. Я пришел просто на квест. Я вижу, да. А, ну, конечно, да, еще один бассейн. Сука, бля, как же они не парились, просто точно такой же дом. Бля, только с другой стороны вышли, реально. Мы в прошлый раз вышли с той стороны, в этот раз с этой. Ну, плановая застройка, хуйня. Да, блядь, заебись, вот я стою, он меня снизу пиздит и... Блядь, я хуею. Я просто хуею. Не, только по сюжету. Я просто хочу, знаешь, у меня бывают вот серии игр, которые я хочу пройти. Вот Dead Island, он из них, вот прежде чем приступать к этому, к Dying Light, я хочу пройти Dead Island. Но, блядь, это вот после этого, если первую часть еще хотелось побегать какие-то, поделать побочки, ну, чисто потому что не напряжно бегаешь, месишь зомби, то здесь такой пиздец, блядь. Я, кстати, назад скин. А, ну да. Назад скин сменил, потому что... Знаете. Потому что мне не нравится, когда она... Сейчас, да. Когда она топчет ногой, там видно вот ее ногу, вот эту шикарную ее... Шикарную вот эту сексуальную ногу. А когда в том скине, она какая-то ублюдская, эта нога некрасивая. Ну, там какие-то шмотки, какие-то тряпки, что-то еще намотано. Не нравится, в общем. Я как сексист и этот, я сменил назад на... Я себе мне пол ебала откусил, блядь. Выносливость, ясно. Ну, мне тоже, кстати. Ой, и тебе пол ебала откусил. До свидания. Блядь. Какая дубина. Просто а жирный чё? Моб, просто жирный моб. Вот просто идут обычного моба и делают его убер жир. А, инструмент же мы за инструментами шли, да. Бля, спасибо тебе, мужик, знаешь, еще только за что? Прям вот. Прям спасибо. Что не надо, короче говоря, вот этот инструмент ящик, знаешь, как брать в руки и вот так нести его. Блять, я это представил, говно. Секретные материалы. Нихуя себе. Мод. Лучше жидкий огонь. Блять, жидкий огонь. А чё такого? Ну и хуй знает, я сразу себе представил жидкий огонь, это типа каких-нибудь, знаешь, этих острых мексиканских тако наелся. Да ты уж слишком заморочился, просто крылышки из KFC и все. Ну мне в первую очередь почему-то пришли, ну не знаю, я просто от крылышек у меня такая, хотя я острый не ем в основном, я обычно, я вообще крылышки не очень люблю. Вот, ну типа, а понятно, ты чернокожий персонаж, блять, извините за эту шутку. Какой ужас, ты только что был отменен везде, где только можно. Да, что ж. Меня никуда и не приглашали, начнем с этого. И не пригласят, так получается. Да и нахуй нет, я просто когда, каждый раз, когда я ем крылышки, на следующий день я клянусь, что это был последний раз, чтобы я это говно еще раз, блядь, ел. Вот, проходит неделя, другая, третья, блядь, я бы крылышек.
Такое бывает такое, бывает такое. У меня такое с чипсами, на самом деле. В какой-то момент бывает, наешься чипсов, и уже такой, ой, блядь, ну это говно. Знаешь, он реально невкусный, что-то становится уже. И ты такой, все, не хочу, короче, это говно больше есть. И никогда больше, знаешь, это, как люди там клянутся больше не пить. Я отъел, просто на ровном месте, просто обычный зомбарь взял, меня запинал до смерти. Так я клянусь больше не есть чипсы. Потом проходит тоже недели две, такой, блядь, что-то чипсов хочется. Блядь, а я по нему сейчас дважды не попал, просто потому что я стоял на лестнице, а он нет. Да, да, та же вот хуйня тоже вот сейчас. Меня, он так же это как называется? Коллизия или как это? Наверное, коллизия. Коллизия. Да. Коллизия это, по-моему, соединение объектов, что-то там вроде физических. Ну, короче, этот, как это называется? Сейчас. Хитпоинт это здоровье. Сейчас. Хитбоксы. Короче, хитбокс сломанное. Да, да, да. То есть у тебя оружие. Так, ну-ка, внимание, допрыгну до крыши или нет? Вон до той, где тарелка. Давай, да. Ага, ну, блять, это так выглядело смешно. О, а, там невидимая стена. Вон, да, да, там невидимая стена. Я не успел тебе сказать. Я начал говорить спасибо, игра, ты меня решила подъебать, но. Там со стороны так выглядело, ну, я сначала, ну, теперь понятно, почему это так выглядело. Потому что реально ты такой распрыгиваешься, летишь такой, да, и просто на середине, пум, и вот так вот вниз. Такой, а, ну, да. Просто долетел. Это как в фильме «Хижина в лесу», знаете, кто смотрел вот это вот. Смотрел «Хижину в лесу»? Что-то такое знакомое, но, по-моему. Ну, где пацаны, ну, типа, как говорится, деконструкции всех вот этих хорроров про то, как молодежь поехала в хижину в отдаленную, и там все сдохли. Только там была организация, которая этих... за ними следила и всякие подлянки им устраивала. Нет, тогда не смотрел. Посмотри, просто вот охуительный, там, да не буду тебе спойлерить, просто посмотри этот охуенный фильм. То есть вот, с одной стороны, хоррор про подростков в этой, в хижине в лесу, ну, знаешь, типа, а-ля «Зловещие мертвецы», грубо говоря, да? Вот, но он довольно старый уже. Там, начало нулевых. Это я, наверное, значит, спутал с «Убойными каникулами». Ну, «Убойные каникулы» после выходили, они примерно в том же, да, ключе сделаны. То есть, да-да-да, вот хорошее сравнение. То есть, короче, отличный фильм. И самое главное, там он и смешной, и, ну, по-моему, не сказать, что он жуткий, он скорее просто эффектный. Короче, хуй знает, там тебя, если ты тем более не смотрел, я тебе завидую, сука, он «Хижину в лесу» не смотрел. Это реально, там просто какие-то моменты такие. Он «Хижину в лесу» не смотрит, пиздите его. Не, наоборот, не, наоборот, здесь строго наоборот. Так, блядь, нам надо... Давай мы пойдем просто к заданию. Так, да, я предлагаю вот просто втопить. Вот. Тут здесь проблема бывает, надо просто втопить, потому что... Да, я пошел по воде очень медленно и угрожающе, я надеюсь, со стороны это выглядит. А я, кстати, не вижу, как это со стороны выглядит, потому что я пошел в другую сторону. Ищ. Ёпта. Да, блять, я застрял, сука, в лестнице. Ну, блядь, ну что это? Сука, значит, зомбарь здесь не запиздил. Я подбежал, чтобы типа запрыгнуть на лестницу, потому что, типа, здесь зомби, пошли вы нахуй, я наверх, да? А ее инерции пронесло за эту лестницу, и она за ней застряла, блядь. И пиздец. Сука, а здесь на крышу можно залезть, побегать. Чего? Кого? В смысле, блядь? А, заебись, да. С одной стороны... Вот, знаешь, типа, мне дали залезть на одну лестницу, да? Ой, на крышу, точнее. Я залезаю на крышу, все заебись, все дела, да? А разбегаюсь, чтобы прыгнуть буквально на соседнюю, которая стоит в стык, и там невидимая стенка. Вот просто нахуй было делать эту возможность залезть наверх, объяснить. Ты охуел, что ли, мудрила, блядь, горочевый? Гороховый, блядь. Горочевый. Чтоб ты понимал, я захожу, короче, в этот, как его называемое, в ворота, да, в нашей этой базы. Там стоит чувак с пистолетом, который типа от зомби ее обороняет, такой, ну иди сюда, сука! Ага. Ты еще... я когда зашел в ворота, мне сказали убить его, я чуть не обосрался, думал, сейчас нужно с ними будет пиздиться еще. Пиздец. Так, награда сильная. У него сильная лопата, по-моему, какая. Сильная совковая лопата. Да, это нужно отнести в оригинальную игру. Теперь я помогу вам. Японский бункер катакомбы во Второй мировой. Ага, бункеры, понятно. Карты. Я надеюсь, у них будут канализации. Да-да-да, поговорить с местными жителями, которые живут в доме миссионера. Ой, все. Я так понял, что это сюжетное, естественно, задание. Так, ну-ка давай смотрим. Ну, да, мы... да. Ой, мы туда переместиться. Или подожди, там нет быстрого переместиться. Блять.
А, кстати, прикольно, да, подожди, пиздец. А где быстрое перемещение? Вот я вижу одно справа, вот где мы были, да? Ну, вот и... у нас здесь есть быстрый вот переход. Здесь вот, да, и следующий, и все. То есть потому... куча мест открытых с верстаками, но там нет... А, и вот в начале игры. А быстрого перемещения да, в эти локации нет, блядь. То есть ты их открыл? Ну, мы... здесь лодки есть. А, другой вопрос, где они тут у нас поблизости? Сейчас, ближайшая лодка у нас... А отсюда нет воды нигде, по которой можно было бы на лодке. Да. То есть нам в любом случае сначала надо... А хотя знаешь, что мы можем сделать? А здесь тоже, кстати, нет. Это странно. Вот здесь же вот, вот где с правой стороны карты, да? Вот быстрый переход, где есть. Казалось бы, там вот сесть на лодку и бр-бр-бр-бр-бр туда. Так ее нету тут. Угу. Бля, гениально сделано. То есть в любом случае тебе надо сначала до лодки, чтобы на ней доплыть по воде, которая типа мега удобно сделана и прочее. Но реально это экономит, типа, да? Я согласен. Но тебе надо сначала добежать хуй знает куда. А, ну можно, в принципе, на в стартовую нашу локацию переместиться. Там есть лодка. А, и... слушай, да-да-да-да-да, во, все, пошли, заебись. Мне нравится эта идея. О, сумки проспавнились заново. Так, да, а это... Бляха, я опять на улице, ну ёбана. Блять, а она как называется, наша стартовая локация? Их реально, значит, типа три быстрых перемещения всего до сих пор, это у нас... Ну, быстрый переход, а как называется этот быстрый переход? Райский остров. Мы в Халае, соответственно. Райский остров, да. Выбор одного из двух. 50-50. Примерно как немецкие гранаты. 50 на 50. А почему? А что это был за ужасный, очень громкий звук? У меня не было. Это, видимо, как раз из тех, которые я тебе хотел помочь исправить. И так и не помог. Ну, честно сказать, мне показалось, что он от тебя исходил. Ну ладно. Нет, у меня никаких сейчас звуков не было. Я не кашлял, не пердел, ничего не делал. Так. А, вот так, этот звук, это ты типа... Вот, а, вот это вот. А, это вот почему-то он очень громко и мне... Подожди, а знаешь, что я не понял? Подожди, а почему здесь один из нашей пати стоит как NPC? Потому что... О, это Бинкер. Это понял. Так, где у нас, собственно, лодка где-то? Продать, а кстати, да. О, я хочу совковую лопату прокачать себе. А, кстати, да, она же, по идее, кстати, режущая, между прочим. Так, починить. А ее можно создать что-то из нее, из совковой лопаты? Да, можно шашлык, кстати, из нее сделать. О, жидкий огонь, атака по области. Все, хочу, вот это делаю сейчас. Шашлык-машлык. Да. Так, где у нас теперь атака по области? Жидкий огонь, совковый... Нихуя себе прокачка стоит. У меня 21 тысяча, я не могу ее прокачать, если что. А, требуется ремонт. Все, извините, я понял. Я поэтому не могу ее прокачать. Ну, я забыл, что, знаешь, потому что ты ее модернизируешь, надо по новой это... Так, а тихуанская мачете сколько дает? 651, качать его, не качать. Так, я гвоздомет прокачал. Ух, ебать, как... Это лопата? Совковая, это совковая, да, смотри. Это совковая лопата. Сейчас, подожди, сейчас я себе тоже ее сделаю. Смотри, это совковая лопата, чтобы ты понимал. Переводчики просто, блядь, мое почтение, совковая. Совковая получается. Бля, патроны для пистолета, а можно просто, как бы, ну, я не знаю... Так, сигнальная ракета, я бы купил, но это такое говно. О, припасы для гвозда пистолета. Для гарпуна, а? Здесь какой-то гарпун будет. Я вот для гвозди пистолета себе патрончиков куплю. А, так, купить, продать. Вот это говно продать. Мачете продать, оно обычное. Да, блять, знаемо. Ключ продать. Так, ну-ка. Теперь давайте мы вернем назад свой... гвозди пистолет надеть сюда. Сука, ты не представляешь, как у меня сейчас жопа горит, просто, блять, как лопата. Да, примерно так. Да, я купил за деньги, за какие, ну, хорошо, за 300 что-то такое, ну да, но я купил у этого вот этого деда, блять, вот этого пидора, блять, Тревора Роджерса, блять, не в сексуальном, сука, смысле совершенно. Я купил у него боеприпасы к гвоздомету. Вот просто на твое предположение, сколько там было боеприпасов? Ну, один, видимо. Да!
Один, блядь, гвоздь! Один! Это очень хорошо. Я думаю, ну сейчас, ладно, ну хотя, знаешь, там бывает, ну 20 патрончиков хотя бы что-то еще. Я нажимаю, один дозаряжает, и все, и больше нет нихуя. Типа, было 3, стало 4, думаю, блядь. Спасибо, блядь. Это... Знаешь, какая это картинка с пингвином, вот это, знаешь, который кладет. Спасибо вам, блядь, большое. Вот это вот. Ебать, спасибо, вот это. Один. Ой, блядь. Ай, блядь. Сейчас где тут, ладно, я себе это запишу. Господи. Блять, меня порвало теперь. Да-да-да. Как тебя с канистрой. Ой, давай я тут лодочки тебя жду. Сейчас. А я понимаю, да. Да, я понимаю ваши чувства. Я осознал, что я не все продал, что хотел. Все, я готов. Нахуй ты в воду-то слезла, блять, оставалось. Скажите. Ой. Так, сейчас я по карте посмотрю, только нам как тут ехать? Вообще есть возможность туда ехать? Мы где? Ой. А, ну по идее, вот по неоткрытой локации... А, подожди, а там нету прохода, да? А, нет, здесь какой-то мост должен быть, или это дамба. Слушай, если это дамба, мы не проедем. Ну хотя бы до дамбы доедем, ладно. Ну, посмотрим. Ой, похуй, сейчас разберемся. Я так понимаю, гарпуны он тоже по одному продает, этот мудак. Не, ну понимаешь, с гарпунами это хотя бы логично. Я, допустим, ну, более-менее могу себе представить ситуацию, в которой, типа, у тебя один гарпун, но это такая, ну, типа, очень серьезная пушка, которая по одному, да, там, знаешь, типа, выстрелил. Она сносит всех, допустим, пушек. Это я могу себе представить. Что происходит? Почему пердёж у меня красный на экране? А потому что когда нажимаешь ускорение, она лодка типа едет быстрее и режет их мясо этих зомби. Так, ты можешь по карте посмотреть, куда мы едем, потому что я не могу открыть карту, иначе нас сожрут нахуй. Ну, мы уважаемо едем правильно. Все, охуенно. Благодарю вас. Ты дурак, нет? Восстановись, бля. Ладно. А, когда нажимаешь Shift, она не... Она тратится до тех пор, пока все не потратятся, понятно. Так, сейчас направо нам надо будет. Не-не-не, проехали, чуть-чуть проехали. Окей, сейчас развернусь. О, не, мужик, извиняй. Тайлер, живи как можешь. Да. Вот сейчас налево получим. Берегите голову. Ага, вот здесь уже мы, соответственно... А, не, можно такой, хорош. А сейчас все-таки и не вот дамбу выложить. По правой стороне, по правой, по правой, по правой. Во. Деревня... Прям Матака, я пошел. Деревня Матка. Это древняя Матка. Блять, меня схватили! В смысле? Ты отпустись! А, нахуй. Так, мы доехали или надо дальше? Да-да-да, мы уже проехали. Бля, так мы же здесь были. Вылезать, в принципе. Мы же здесь были. На кой хрен я вылез? Отлично. А я за тобой зачем-то вылез. Нет. Сука, мы же здесь были. Да? Ну чё орёшь, иди сюда. Да-да, были. На дерево ещё здесь. На дерево вон на этом мы залезали с тобой. Это к вопросу о быстром перемещении. Типа, вот какого хуя нельзя было сделать быстрое перемещение сюда, в эту локацию? Бля, здесь бегать нельзя в этой воде. Советую с ними в воде не хлестаться, а уходить. Потому я что знаю. Вода начинает тебя топить. На нахуй, спасибо.
А, ну что, где моя лопата? Какого? Я промолчу, я просто никак не буду это комментировать, пожалуй. А, вот, нам же говорили, что по сюжету здесь откроется. Боже, здесь магазин, который вот он по сюжету откроется. А, вот, видимо, там оно есть. Иди сюда, здесь твое присутствие требуется. А, я здесь. Что за брак? I'm very sorry. We were fine until you people... Да, да, мы виноваты, да, мы виноваты, да, 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 да. Температура, найдите лечение для одного из мест. Yes. И иногда жалею, что не, что не все игры RPG, ну такие, знаешь, проработанные RPG, потому что, допустим, если бы здесь вот можно было выбрать, дать ему в нос и забрать то, что надо, вот реально, вот, я бы сделал так. Что бегать очередному какому-то бомжу, искать какие-то лекарства, блядь, ну это здесь пиздец. Же есть карта. Да-да-да, опять же, вот опять же повесили, но она не работает. Хотя, возможно, мы выполним задание, здесь будет и магазин, и быстрое перемещение, возможно. Значит, на тот момент, когда нам уже нахуй сюда не нужно будет. О, господи, давайте еще все это обсудите, просто нужны лекарства, мы поняли, дайте задание, куда дальше идти, нахуй вы это помусоливаете. Блядь, какая же душнина, а. Химной коры собрать? Чего? 200 метров? Что, блять? Сейчас, секундочку, я тут кого-то типа нашел. Дэйв. А, Дэйв, господи, это все, все нормально. Этого мы уже спасли. Так, сейчас я прикидываю, подожди, сесть на лодку. И, окей, поехали. Это на лодке надо сделать тоже. Я чапаю как могу. Да-да-да. Надо же они какую-никакую анимацию забирали, не сделали. Надо же. Так, значит, смотрим. Прямо где? Мы тут. Сейчас мы вот поэтому туда. И вот туда, где это к пещере, как раз таки, да. Так, подожди, знаешь, как мы, наверное, сделаем? Смотри, я вот приеду. Ты карту, если откроешь. В нижний, грубо говоря, угол, вот где вода под мостом или где-нибудь вот с этой стороны, где вот тоже пещера, три верстака, вот туда, короче говоря. Сначала возьмем одну хинную кору, потом вот там где-то вторую, потом третью около пещеры, сядем в лодку и плывем, чтобы вот так вот было. Да, без проблем. Я думаю, так будет лучше. Чтобы пешедралом потом назад не идти. Блядь, скоро пробка будет из лодок уже образуется. Ну, блядь, начинаем. Чё меня опять-то схватили? Ты это видишь? Да. Да, блядь, ебитесь. На, нахуй. Наслаждайся своей водной могилой. В принципе. Сейчас направо. Да, или здесь вот? Да, ну, если я правильно тебя понял, что нам нужно под мост проплыть. Сейчас посмотрю сам быстренько. Ава! Мы где, блядь? Да, да, мы здесь. Все нормально, все правильно. Щели. Блядь! Ебать! Кисель какой-то, блядь. Наконец-то. Наконец-то, господи, что я несу? Ну, в общем... Это единственное положение, по-моему, где можно заглянуть твоему персонажу под юбку. И что там, ничего интересного, я полагаю, да? Ну, там что-то красное. Думайте сами. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Так, не-не-не-не. Это песня, это песня, если что, это песня. Она про другое, она не про это. Там надо чуть развернуться, надо. Да, вот здесь подъедем. Пукс-ринг, пукс-ринг. Нет, знаешь, как это было, как у меня было, когда Far Cry 3 проходил? Буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль-буль. Плывет храбрый Джейсон. Так, ну, видимо, все, да? Дальше мы никуда уже здесь. Наверное. Да ёб твою мать, ты заебал!
Ой, короче. Выпустите меня из лодки, господи, да выпустите. Я здесь на камень не могу залезть. Да. Так, сейчас, секундочку, мы где? О, мы прям там, где я и хотел, ну, относительно. Это просто почему Джейсон, это в этой, в английской версии, ну там же у всех такие акценты всякие, да? И там некоторые, этот, как его особенно, так, тебе подбирается, кстати говоря, это. Ну-ка, отойди. Что такое? О, хорошо, сейчас, блядь, сейчас расскажу. Да возьми ты ножик назад, ёб твою мать. А, заебись, я не могу здесь бегать. Можно дядя пощадите, дяденька, не бейте. Блядь, второй, ну вы что издеваетесь? Хорош, блядь, блевать в меня, мудак. Коктейль Молотова дает. Ладно. И себя подзорка, я хорош. Я просто ультра хороший, я отъехал. Так вот, чё я ржать-то начал? Бегут два этих взрывных, да? Блять, вот. Ебать меня заспавнило, просто мне сразу сраку начинают откусывать. Вы чё, блин, ёбу дали, что ли? Извини, виноват был испуган, да? Да. Ну, вот. Это этот, как его называемый, бегут два взрывных вот на тебя, да? Там, то есть я сзади где-то. Такой, ща, погоди! Достаю гвоздомет, да? Вот этот вот беру. Он такой... Вообще нихуя никакой реакции абсолютно ноль. Блять, ты на патроны 300 рублей потратил, да? На, ну как на патроны? Это уж я загнул. Да, типа того. Выйти-то отсюда, господи боже. Подожди, а там куда? Так нам нужно как-то туда, вот на дорогу? Ту сторону попасть. А здесь скала, что ли, да? Я думал, это вообще-то как бы берег, и тут... Это скала. Это скалы, да? А вот здесь пещера какая-то. Так мы там пещеру. Были в этой пещере, там нихуя нет. Там она заканчивающаяся, грубо говоря, пещера. Да проверим, там, конечно, всех пожарных. Пещера. Но у нее типа нет второго выхода с той стороны. А-а-а. Бля, ебать, меня тоже порвало сейчас. Я прям поржал, что называется. Опять все заспавнили здесь, да? Ну я, да, я понял. Ну, лопата-то воротничок, кстати, такая. Что, кто меня бит? Я не понял, я стою, бью врагов? Никого рядом просто нету, никого рядом нету. И по мне проходит урон от чего? От чего, блядь? Вот как по мне сейчас пыльно. А, здесь она горящая, говно наступил. Я в него горящую лопату воткнул. Так, где моя горящая лопата? Блять, мне так называется жидкий огонь совковая. Че это вообще за эти? Сами вы совковые, блять. Не знаю, меня так раздражает, когда вот этот совок, прочее, блять. Прям бесит. Не знаю. Ёб твою мать! Я пойду куда-то на видео, пещера. Может, и есть выход, но, по-моему, просто с тобой вообще не зашли, что ли, до конца? Бляд. А, не, здесь сундуки. Нету тут ни хрена. Нож 48 уровня с уроном 600. О! Бля, на 49-го молот. Он, конечно, заебатый на 49-м. Да что, господи, я на костер наступил. А, я тоже. Так, надо это, вкачать очко. Секундочку. А, подожди, команда какая-то что-то прокачивается. Доступна новая... А, так еще и за...
А, так эти пацаны сидят в начальной деревне, видимо, реально как NPC. Если что-то у них в этом программе написано, доступно новое задание, у них здесь доступно новое задание для всех из них. Ты что-то врешь, за полковника никакой не доступно новое задание. Мы подходили к этому полковнику, ничего у меня нет. Ой, ладно, пизду. А, так. Вот, здесь вот отсюда можно начать задание. Сейчас, секундочку. Из, бля, вкладки, ну, вок. Из вкладки команды. А, ну да, вот я и говорю. А, то есть от... А, в этом смысле? Давай попробуем сейчас одно какое-нибудь потом. Когда это завершим, чисто. Чисто, чтобы посмотреть, что это такое. Блять, ну что выбрать, я вот не знаю. Нанесение критического удара. Шанс. Положить действие яда. Есть открытые раны. Это, наверное, убийство врага режущим оружием. Да, да, давайте, вот, вот, надо мгновенно этих уродов убивать. Так, ладно. То есть нам сейчас надо будет на лодке пиздёхать в Кругаля, да? То здесь, здесь нету, короче говоря, через скалы выхода. Так, сейчас я посмотрю еще разочек. Игра, загрузись. А, бля, это получается только через ту можно. Потому что вот второй, который в горах где-то, мы тоже, скорее всего, просто так не пройдем. Здесь получается, тут... нужно там, где лодка припаркована, туда и оттуда. Все собрать и оттуда потом, и туда же назад потом вернуться, да. Да, получается так. Так, а лодка у нас где-то там. О, какая чушь. Ну, открытый мир, в конце концов, ты что, не знал? Открытый, ну, мир, да, так, да. Он так и работает. И огородами здесь до лодки, чтобы меня не спалили. О, знаете, я сейчас порулю. Где? Сейчас я подъеду. Бежа, где лодка-то? А, я на лодке. Ты там другую нашел. Все, оставайся там, подойду, не надо, не то ли хуй вылезешь потом отсюда. Опа! Блять, задом нахуй. Так, бля, я еще и с веслом, между прочим, сижу. О, нормально. Туда? Да-да-да. Если что, на shift ускоряться и резать их. Она просто заканчивается мгновенно, ну. А потом очень долго восстанавливается, ну. А, если shift дрочить, то он не заканчивается. Ты куда? Ой. А чё? Ты, блядь, GPS! Ты все правильно заебал. Ехал. Не, ты назад поехал, развернись. Да, я разворачиваюсь. GPS меня маленько под это. В общем, ты прям все делал правильно. О! Слушай, здесь зона есть. Давай сразу соберем тогда. Сука, я как чихну опять. Ой, если это кому-то минус уши, прошу прощения. Не, Дискорд пощадил. Я просто так чихну. Погоди-ка. Wait a fucking second. Пинная кора. Слава богу. Слава богу. А то просто вижу огромную зеленую эту. И такой. Чё? Ну давай, десантура. Еба красиво. А, еще, блять, она у меня в стан вошла, охуенно. Блять, я вместо того, чтобы спрыгнуть, я по лианам начал спускаться. Кайфом. Бля, ну лопата более-менее решает, кстати говоря. А подпусть, подгонит сюда ко мне кого-нибудь, я тоже хочу за ВДВ. А, сейчас. Пацаны, пошли сюда. Пацаны, да, иди сюда. Ну, да, за ВДВ. Так, взрывающийся. Знаете. Так, верните мне ножичек. Сейчас такой звук. Да, у меня, конечно, адовая отворится в плане звука. Да, блядь, опять взрывной. Он рядом с этим верстаком по КД, походу, стоит. Метатель. А, кстати, убить врагов метательным оружием, между прочим, есть ачивка. Окей. Буду иметь в виду. Так, ну поэтому сразу дальний вот этот заберем, который, да? Которому мы хотели. Которого... Ебать, здоровый! Блять, и пиздец, просто одна атака, у меня все здоровье ушло, я сдох.
Почему здесь все враги тебя ваншотают? Объясните мне. Ух ты. Хорош, я его последним ударом ушатал. Ой, я гвозди нашел. За 300 рублей. Вот я посмотрю, кстати, просто ради интереса. Сейчас возьму, перезаряжусь, я посмотрю, сколько я нашел. А гвозди здесь, это, по-моему... Это, наверное, другие гвозди, да, это, наверное, не патроны. Ресурс, из которого что-то делать. Ну, который может там биту понатыкать, да. Вот это. Да. Все, ебись, блядь, на меня просто насели толпой, отмудохали. Блять, это иди туда, дайте подлечиться, уроды. Это пиздец, они просто наваливают толпой, и ты им ты бьешь им вообще похуй. А они тебя пиздят, и тут же у тебя все здоровье пропадает. Да просто, судя по всему, я как раз меня портнуло в зону, где вот есть кора эта ебаная. Ну, я вторую кору я тоже нашел, там все нормально, я иду к тебе. Меня после смерти портануло прям к ней. Единственный плюс, как говорится. Ты что ты, блядь, что? Ёбаный рот, такое? Блядь, этого казино ебаного. Что такое? Ни хрена себе. Ебать, там народище. Охуеть, блядь. Взрывной рядом с зомбарем взорвался, ему вообще похуй. Ему вообще насрать абсолютно, ничего, ноль эмоций. А то, что я говорю, ёбаный рот этого казино, блядь, они, значит, стоят, меня пиздят, а я, ну, типа, бью его лопатой, один чувак загорается, и ты же знаешь, что если здесь не подпрыгнуть вовремя, да, то ты в огне застреваешь еще тоже, в первой части это было в оригинале. И я застрял, короче, меня пиздит огнем, меня пиздят чуваки, блядь, которые, значит... Ну, ты понял, блядь, короче. Я сейчас три раза нажал вот раздавить голову, он три раза сделал первый удар... А когда начинал анимация пошла второго удара, он головой об эту блядскую пещеру задел. И все, и анимация отменилась. Здесь мод есть. О, ножны тростника 847. Вот это я возьму. Вот я возьму. Фиолетовый, это ножичек. Есть что, немощная фомка? Нет, я ножами не пользуюсь. Я по-тупому. Все нормально. Ты действуешь по-тупому, мы помним. Так, нам надо вернуться теперь. Блять, аптечку же потратить. А, он мне даже не предлагает полечиться, у меня нет аптечки. Все, у меня аптечки, кстати, кончились, заебись. Внезапно. Блять, у меня их и не было, я одну какую-то когда-то подобрал, но все уже. Хотя, с другой стороны, хули толку от этих аптечек, если в большинстве случаев тут два удара, и ты отъехал. Погнали отсюда, так, нахуй. Теперь, соответственно. Бля, заебись, ну, я могу поворачиваться только на 180 градусов. Вот это охуенно. Ага. Короче, теперь нужно, чтобы справа все время была стена, и мы приплывем куда положено. Бля, чуваки так подспавнились из воздуха в воду, такие. Плюх! Кайфом. Ну вот это мне нравится, давить это весело. Да, чувак как продолжает орать, как будто он с нами в лодке сидит. У тебя тоже такой звук был? Ну, я говорю, у меня пиздец в плане звука. У меня орёт все. Я не туда поплыл, кстати. Первый в курсе. Там еще сейчас просто был прикол, там чувак, который, мимо которого мы второй раз уже проплываем, он орет, спасите меня от зомби и так далее, да? Мы мимо него проплыли, отплыли уже черти куда, он продолжает орать, и звук такой, знаешь, сзади меня, как будто он прям в лодке сзади меня сидит, и... Нет, помогите, пожалуйста. Так, блять, куда? А, я вообще очень сильно далеко уплыл. Подожди, или нет? А, да. А мы нам куда надо-то? Не, подожди, ну-ка, стой, подожди. Стою. По идее, возможно, хотя хуй знает, может, мы там не проедем, я вот не вижу здесь темный участок карты, может, мы с тыла могли бы заехать, но вообще, да, давай лучше вот здесь. Мне кажется, вот сюда надо, ой. Куда? Нет. Да ладно, там проезд и... А ты куда? Да, что? Я вообще... Я отъехал.
Все, ладно. Надеюсь, ты у меня заспавнишься. Конечно, да, мечтай. Да, конечно, ё-моё, естественно. Два раза у меня. Блять, я просто сидел на карту смотрел. Всё, стой. На карту смотрел, ясно. Давай, подожди, подожди, стой, говорю, блять, я сейчас прыгнул бы к тебе, чё ты? Хотя, зная эту игру, может, и не спрыгнул бы. Поехали быстро, сейчас на жопу. То есть меня зомбарь, видимо, стащил с... Да, я вижу, что тебя кто-то схватил за это, я думаю, что ты не отбиваешься, ты на карту смотрел. Я охуеваю, я продал... Да, блять, уйди ты... Да уйди ты нахер, блять, от меня! На, нахуй. Вот то, как отбиваешься от них, это забавно. Да, так, он еще такой, это как фортиль такой, где такой... А, короче, чтоб ты понимал, я смотрел по карте, типа, как куда... А, нам сюда же, да. Нам сюда, чувак, ты проехал. Да, я проехал. А, чтоб ты... Да, чтоб... чтоб ты понимал, не, я ж развернусь. Да развернулся. Я смотрел по карте, типа, как нам ехать, да, сначала? Смотрю, типа, вот здесь, думаю, да, надо вот, ну, там что-то, да? Ты говоришь, вот здесь, по-моему, можно. Я такой смотрю на карте, а там, знаешь, такой прям участок земли нарисован, просто нет воды. Я такой, нет, здесь... И в этот момент, судя по карте, ты прям по этой земле проезжаешь и дальше в воду попадаешь. Да. Я думаю, заебись, блядь, как здесь тогда вообще ориентироваться-то? Ну, ёб вашу мать. Сука, он еще и выебывается, да? Да. Сколько можно туда-сюда? Сука, я ему сейчас сам переебу, серьезно, меня заебал уже. Блять, да дай пройти-то, ебаный бабуина кусок. А, сюда можешь все-таки зайти. Я даже читать не буду, мне так похуй. Просто, ну, невыносимо. Поебать. Метательный нож, кусок. A photo of Marcus and a Dr. Kessler. Торгуется. Marcus was a scientist? This isn't a map of the tunnels. It's a hand-drawn map of part of the jungle. Какие-то карты, какие-то что-то еще. Так, вот метательный нож, спасибо, я забрал. I'm looking for a specific map, and it's not here. Карта ее нет. We are not friends. He's him. I heard that he walked. Why was he doing it? Господи, кто пиздит на заднем фоне, я не понимаю. О, у него тоже может... Это я просто с ним поговорил еще, я думаю, у него, кстати, тоже появилось теперь задание. Так, сука, что взять? Не, это гвозди для этого. Блядь, мне теперь интересно, сколько они стоят вот эти. Ну ладно. Экзотический серп. 12 кусков за серп. Урон 800. Ну, удачи тебе, мужик. Удачи тебе в... Так, сколько 538, это нахуй. Во, вот этот я фиолетовый себе сейчас оставлю. Сейчас мы его вкачаем. Это нахуй. И все. А здесь же есть, да? Верстак там на улице, по-моему, был. Блять. Гениально. Здесь. Лут проспавнился. Собрать все, срочно, быстро, блять. Извините. Так, нужно тростника починить, тюханская мачете починить, жидкий огонь починить. Так, далее, дьявольский нужно тростника качаем. Ебать, ну вот урон 1191, вот это уже уважаем, в принципе. Это уже прям даже можно с этим жить. Надеть. За вместо моего охуительного, наверное, пистолета с гвоздями. Е. Фиолетовенький. Заебись. Так. Назад в Халай. Это сюжетное, да? Ну как где? Задание. Бля, ну почему. Мужики, ну какого хуя у вас здесь нет быстрого перемещения? Ну вы серьезно, это же, сука, карта здесь. Вот, знаешь, вот мне кажется, вот, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется. Что какой-то вот разработчик просто жестко поглумился над вот игроками, которые вот в этом болотах будут лазать. И это специально ее сюда, сука, повесил. И не стали к ней делать вот быстрое перемещение. Знаешь, типа, пусть у них жопа-то погорит маленечко. Ну, да, возможно. Так, а где, куда?
Да, завтра ага. Город наш. Халай. Ахалай, махалай. Давай, раз тебе так понравилось на лодке кататься, давай. Рули. Да ёб твою мать, я нажал же на сиденье. Блять, сука, я нажал на сиденье, она взяла за руль села. Ну, блять, ну что это? Ты, в принципе, можешь на своей лодке плыть, чё. Ну да. Да ну нахуй, пизда. Столпотворение устраивать. А как теперь? Чё там, куда там-то? А вот интересно, здесь водопады, вот, вот красный флажок отправляется в Халай, справа от него водопада. Так, вода. Блять, знаешь, это интересный вопрос, сука, давай попробуем. Ну типа, ну просто, ну хуй с ним. Да, ну в любом случае здесь есть быстрый переход, не так далеко, так что если что, можно будет для него доплыть от водопадов. И... Да, да, только быстрого перехода нет в том городе, куда нам надо, поэтому толку-то от этого. Почему? В Халае есть. Где? А, блять, вот, он у меня верстаком закрыт поперёк. Все. Да, да, да. А, тогда все, заебись, давай, попробуем. В конце концов, пробовали в прошлый раз спрыгнуть на машине со скалы, в этот раз попробуем на лодке с водопада спрыгнуть, чего бы нет. Ну да. Какой смысл-то вообще в этих ваших открытых мирах, если такое не делать? Прям за нами щебет. Да? Ой, блядь, тебя опять схватили, сорян. Идем нахуй отсюда! О, здорово! Да, а, это берег, заебал. Извините. Пацаны, мама. Бля! Мама! Нет, пиздюк! Да, блядь, кто сюда это дерево посадил? Оп, пошел нахуй! Уи! Они такую сальтуху делают, когда... Блять. Даже не сальтуху. Я даже не понимаю, как ориентироваться-то. Это мини-карта, это мини-говно. Это просто нихуя нет, она просто пустая, блять. Так, нам сюда вообще? Ну-ка, сейчас я карту открою. Да, ты делаешь сейчас направо, под мостом направо. А, ну здесь больше некуда, короче. Давай. А, во, все, ты молодец, ты делаешь все правильно. А дальше там вроде уже не ошибешься. Кстати, мы в эту деревню столько раз проплывали. Ты недооцениваешь мою мощь, если что. Да, вот блядь, почему я его не задавил сейчас? Он не просто сквозь лодку прошел, да, и тебя за жопу схватил. Я тоже это увидел. Да. Вот, кстати, мы туда еще не плавали ни разу. Мы туда доходили тогда, когда искали. Поехали. Не, я на карту просто глянул чисто. Не, я про это говорю, поехали, потому что это куда надо. То есть мы вот туда дальше не, как раз не катались. Давай в толпу, прям в толпу. А, ладно. О, да. Я сижу прям впереди, мне прям... Ну да, конечно. А, да, водопады. Ну да, ясно. О, здесь какой-то лут. О, ну то сундук. Шоковая бомба. Заебись. Какая бомба? Шоковая. Че, пойдем пешком или... А где быстрое перемещение? Сейчас. Просто. А, быстрое перемещение в этой же деревне. Вот окей. Ну, все, давай. Еп, твой. А что, ты гранаты не стал брать? Да, в пизде. Наверное, я это ошибка будет с моей стороны. Так, где тут быстрое перемещение-то? Оно было на карте, но на мини-карте я его не вижу вообще. Пацаны, уйдите нахуй. Взрывной? А, мы чуть-чуть не доехали. Да перелезь ты, господи. Где мы не доехали? А, вот оно. Все, слава богу. Так, нам нужен в райский остров, да. Беги! Ага, отлично. Здесь, кажется, коктейль Молотова. Кстати, мне кажется, еще одно мачете, заебись. Здесь алкоголь и коктейли Молотова, между прочим, спавнится. Надо почаще сюда перемещаться. Черт. Блять, я уже третий мачете лутаю отсюда, если что. Буквально вот сейчас захожу, мачете, раз, новое заспавнилось. Мачете. Еще, блять, три раза подряд мачете залутал. Ты не туда телепортировался, ты в курсе вообще? Да? Ну ладно. Зато мачете за... Ну так-то да. Да ёб твою мать! А куда тогда? А, в Халай ебучий же, да. Все, извините. Ну что ж, не найдешь, не найдешь, значит не найдешь. Подожди, я знаю, что надо сделать, чтобы она заткнулась нахуй. Да, Мэгги, все, мы взяли, все, да, все, мы взяли за... Мы работаем над этим, Мэгги, все. Гениально.
Ты серьезно, сука? Ты серьезно? Ты серьезно? Сработало, да? План, план говно. Она начала теперь типа, о, пожалуйста, моих друзей. В лагере экстремаль... экскрим... Да. Ты тоже, да, так? Да. Так, нам сейчас нужен торговец, во-первых. О, сколько есть чемоданов. Да, детка, да. Бомжелутинг, обожаю. Просто ничего больше не надо. Дайте мне игру, где можно лутать чемоданы, и все. Дальше можно ничего уже. Короче, знаешь, чтобы были всякие здания, на которые можно залезать высокие. О, три критерия. Здания высокие, на которые можно залезать, чтобы вокруг всякие зеленые скалы, деревья, кустарники и прочее, и чтобы была куча чемоданов, которые можно лутать. Все. Ни в коем случае никакого сюжета. Да не, уж сюжет. Ни в коем случае. Кто, каких играх сюжет какой-то, че ты вообще? Бред. Вообще полный. Я вообще с Alan Wake 2 проходил, блядь, ну пиздец, я просто не могу, ну один сюжет, ну вот уже, ну сколько можно, ну можно же хоть хуйни тупые, а, пожалуйста. А они сюжет наваливают интересные, персонажи интересные. Валят и валят, ну что ты. Я уже такой, ну сколько, ну Сэм Лейк, ну успокойся, ну зачем ты мне годноту какую-то суешь, я говна какого-нибудь хочу пожрать. Нет, блядь, говорит, на тебе. Ай. Так, кстати. Так, а куда вообще идти-то? Да ты, блядь, что дрочишь, что ли, ебаный твой рот? Это нам... Тот лагерь нужно. Какой? Тот. Кто это сказал? Can you help me? А там новый квест какой-то наверху. Блять, пиздец какой-то. А, так мы это... Оно и есть. Ничего не понял, я злоб. А, так это... Да, основная наша тусовка здесь, если что, реально. Прикинь. То есть незадействованные, не здесь тусуются наши ребята. Ох, ты как сцена! Так, бан, сейчас как зачитает просто рыбчины. Ух ты. А, нет, это будет фаер-шоу, это Рамштайн. Бэнк-бэнк, вот это вот. Ой, фрай! Бэнк-бэнк! Он кошу, кошу, дед забыл выпить таблетки. Бегите, глупцы. Я это даже скипать не буду. Потешно. О, блядь, к чему нахуй? Как наш иммунитет связан с сжиганием деревни, ебаната кусок? Продержитесь до прибытия Харлоу, блять. Наркоман старый. Блять, я сейчас сдохну нахуй. Эй, блять, как это смешно. Блять, я драться не могу. Я нихуя не вижу, мне смешно. Да, это как... Опять как с канистры мне начинается, помогите. Шарель, это было настолько тупо. Блять, так навскидку я не вспомню тупее сюжетного поворота, знаешь, вот это оправдание для Месилова, чем вот это вот. Да уж. Причем, как обычно, мы же этого деда, блядь, мы его, была миссия, мы его спасали. Да, а он, получается, мышь? Да. Кто? Я отъехал, спасибо. Блядь, за мной бабка какая-то ходит, у меня выносливости нету, чтобы их тащить. Подожди, я ем закуски, что ты докипался, Яна. Прояви уважение. Show some respect, will you? Бля, сейчас тут наш, один из нашей пати, он настолько эпично дрался с этими зомбями, он, конечно, стоит, рубит воздух, у него за спиной стоит бабка какая-то тоже, и получает пиздюлей, ну ты понял, да? Нормально. Классик. Ебать, я... В вагоне решил запрыгнуть. Потрясающее решение. Сила Орды. За Орду!
Чё-то твой чувак ругается. Слушай, подожди, сила Орды, это вот мы только две полоски типа из... Типа две полоски сняли, осталось еще пять? Серьезно? Ебать, да вы серьезно угораете? Миллион бомжей! Если ты не знаешь, что добавить в игру, добавь миллион бомжей! Да. Вместо тысячи слов. Вместо тысячи слов миллион бомжей. Блять, я себя поднять не могу, у меня аптечки нет. Ну, понятно. Да бей ты его, ёбаный! О, Леватрон пришёл. Сука, я откуда ты из огня достал яблоко, сожрал с таким деловитым видом, знаешь? Печёное яблочко. Да, я, в принципе, я просто нажимал, типа, подобрать весь лут, какой есть, и такой раз. А, точно, можно же добегать наверх и прыгать им на бошки, ну-ка. Но не всегда работает. Ну ударь ты его, господи, что ты, блин. Ходок натурал, что? Ну, казалось, наверное. Вряд ли там было написано именно то, что я прочитал. Уи! Бля, я буду, короче, когда наверх залезать и прыгать на всех свет. Блять. Полковника едят, блять, пули вы тут стоите, смотрите на него. Ой. Знаешь, должна быть музыка из Думы Тернул такая. Бам-б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 ам. Уи! Сейчас такое мясо, это, по-моему, в Думе такого размеса нету. Ничего не говорит, там есть размес, но он поинтереснее просто. Так, пацаны, ладно, похуй, короче. Сигнальный пистолет надеть сюда. Ну, пиздец, меня в огонь затолкали. Меня тоже. Меня тоже. А миссия заново начнем, да? Нет. Блять, ну это, конечно, недоработка, я считаю. Надо было, чтобы всю Орду заново мочить. А-а-а. Ну, в общем, да. Ну, нас едят всех вообще. Пацаны, вы в курсе, там какие кнопочки там появляются, QTE, чтобы от себя зомбаря откинуть? Не, вы не умеете, да? Бля, еще этот с костями вместо рук прискакал. Ну, это же пиздец. Ну, это же пиздец. Я отъехал. А, нет, не отъехал. Просто уронили. Просто чтоб ты понимал. Забегает да, этот с культями, из которых кости торчат, да, вот этот поплат. Он забегает, я стою перед ним, он в огне был. В общем, он стоит в огне, горит. Я его пизжу ножом. И ему вообще насрать, он просто насовывает меня, как я не знаю. То есть ему вообще похуй, чтобы у него какой-то урон там с двух этих источников проходит. Ему вообще похуй. Блять, какая же говно. Не, ну это говно, реально. Вот это просто говно. Я даже, знаешь, при всем моем всегда желании найти что-нибудь хорошее и это, но это объективно говно. Я опять отъехал. Я даже не понял, от чего. Я просто стоял на месте, рубил этих, вдруг просто раз. Блять, такой большой с этим ключом. Да ёба народ, а я-то как уехал отсюда, что? Если вчетвером толстого били, я что-то тут в стринке отъехал. Да, блядь. Блядь, такая музыка, пам-пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам, такая тихая, спокойная. Так, новая пачка заспавнилась, окей. А я еще думал, бля, ну в этой части арены же нету. Собственно, вот. Да кто? Блядь, два раза чувак сейчас говорит, оу, щит, первый гол аген. Какой-то чувак шарит за мемы. Да. Это даже мемом тогда еще не стало, а он уже шарил. Он предвидел. Ну, игра-то была уже на тот момент. Я вообще не понимаю, что мне игра показывает. Просто ничего не было. Слышь, мразь, у тебя все это время был пистолет, блядь? Серьезно? А да, там была какая-то бабища с пестиком. Ну, наша парна вот эта, она специалист по огнестрельному оружию. Просто она все это время сейчас дралась в рукопашку. И вдруг такая, блядь, да ну вас нахуй. Взяла пистолет, начала по всем шмалять из пистолета, прикинь?
И вот все это время... Блять. Превосходно. Мне кажется, этим вот, как их называют, разработчикам, вот именно конкретно, не знаю, может, они вроде Теклон тоже делали. Как можно выше, вот одни и те же люди делали, я не понимаю. То ли торопили издатели, то ли еще что. Просто я считаю, вот за этот прием, когда у тебя полное здоровье, полное, вот реально, я сейчас не пизжу, у меня была полная полоска. Заходит Болевун, делает одну атаку, одну, и я отъезжаю. Сука, я отъезжаю. У меня тратится здоровье, даже когда он блюет, а я со спины стою, чтобы ты понимал. Он сейчас блевал на нашего этого специалиста на по... Могилы. А? На наши могилы. Да-да-да. Я стоял за спиной. Честно, в комменты запишу, Питер, я тебе если увижу. Сука, я забыл, что у меня же ножик есть. Ну, ярость, в смысле. Ёб твою мать, у нас же ярость есть. Вот ты все, ты про нее просто забываешь. А, ну понятно, хули толку, что у меня есть ярость. Я вот сейчас с яростью напрыгнул на здорового. И что, ты думаешь, это возымело хоть какой-то эффект? Нет. Ему просто было пизды абсолютно. Я тоже его маленько напихал. Я напихал, да, но он вообще никак это не ощутил как-то на себе. Мы кого ждем-то? Да ладно. Что, блядь? А, я слышал, да, что в этой части бензопила есть. Там даже ачивка есть, убить сколько-то этих бензопилой. Во-во-во. Откуда она к нам прорезается? Это кто вообще? А, это этот, который начально... Почему мы выйти сами не могли? Что? Не парься, потому что... Блядь, мне сейчас... Ой. Мне сейчас так больно стало. О, я прям почувствовал, у меня мозги просто такие... За что? Я очень сдерживаюсь, чтобы не начать просто сейчас орать и материться. Kessler's not Villa, he's a real scientist. And if he's still alive, I'm sure he'll help us. I was originally sent here to consult with him. He's been studying the disease for years. He published a paper on it. And if anyone here knows about the tunnels, it's Kessler. Это что, новый остров получается? Exactly? Didn't you tell us all that before? Это просто другое. Because Villa said he had a map. Даже тело целое хипелак по идее. Was still alive. Look, if you're all too afraid to go, I'll go on my own. Listen. If Harlow say he cool, then I say we check him out. I mean, what other choice do we got? Well, we could stay here and party and enjoy the last little bit of life we got left. Ну, это с Гроу 3, чувачок, все нормально. Сиди, да вы что, можем остаться просто здесь веселиться, угорать. Это он сказал по-любому, shit, here we go again. Сиди до Джима, мы тебя узнали, выходи, заебал. Короче, знаете, нет, я все-таки выскажу это вслух, мне немножечко конечно, уже... Конечно. Несколько так это уже остудилось страхание. Просто, в чем был замес? Сейчас, подожди, там надо зайти в какую-то зону, не будем сразу заходить. В чем был замес? Сначала мы не поняли, что дед, типа, что-то сошел с ума, кинул коктейль Молотова, и мы вот обороняемся от зомби, да? А потом прибегает тетка и нас спасает, разрезав бензопилой ворота. То есть замес был в том, что мы, типа, дед поджег, типа, нас, нашу деревню, и мы не можем выйти. И надо продержаться, пока, типа, придет эта деваха и нас спасет. Но прикол в том, что все, что нас... Типа, почему мы не могли выйти, там были маленькие островки вот этого огонька, через который перепрыгнуть просто можно было. И мы все это время просто ждали, пока придет эта бабища и спасет нас, типа. Can you help me, please? Ну, с другой стороны, если перепрыгнуть эти маленькие островки, то как бы... Это... Ну, типа, может загореться. Оттуда зомби придут. Это, я там случайно подобрал пожарный топор 35 уровня. Если тебе надо, могу отдать. У меня есть топор 47 уровня. Нет. Я его только что продал. Поэтому пошел этот топор нахуй. Нет. Да ты заебала, посмотрим мы про твоих друзей, блядь, сейчас тебе морду набью, сука ты, блядь. Вообще, блядь, пиздец. Сука, горит.
Ни в коем случае женщин нельзя бить, но, блять, ну это же пиздец. Ну, она не женщина, она NPC здешняя, моделька компьютерная. Ну, просто понимаете, в такой вот... Хотя жизненная ситуация тоже может оказаться, если мы были в каком-нибудь таком же месте. We should talk, давай. I know you're worried about Dr. Kessler, but it's пропустить like нельзя, потому что не катсцена заебись. А, можно? Я все пропустил, кстати. А, значит, ты ее заспавнил. Понятно. Направляйтесь в лабораторию Биошок. Биосфер. Ох, будет Биошок. О, а так они еще разные. Слушай, Биошок тяжел... мне нравится больше, согласен. Слушай, здесь есть торговец с тяжелым оружием конкретно. Вот этот мужик, вот этот. О. Зеленый, он же, он, оказывается, конкретно тяжелым оружием торгует. Я даже не помню, какой у меня средний урон-то. Есть, ну, на что мне обращать, так сказать, внимание? Сравни. Короче, больше 500. Так, это что? О, метательное оружие. Ух ты ж, ебать, золотой ножик. Ебать, слушай. 754 урон метательный нож. И есть плохой метательный нож, замечательно. Сигнальная ракета. Чертеж молотого, кстати. Вот это я куплю, пожалуй. А то мы просто так алкашку подбираем. Чертеж молотого. Да. А я куплю этот ножик. 63 уровня. Хотя 63 к этому времени что-нибудь еще найдем, по-любому. Смысла нет. То есть, оказывается, здесь разные чуваки продают разное оружие. Вот, я просто думаю, что есть так много. Чертеж молот. Подожди, а где? Я не понял, чертеж ты где? Просто я в общем, господи, списке листал вниз. Все. Так, тесак, тихо откомментаем. Парализующую. Да, давай, похуй, сделаем. Побитое. Так, 1200 и 900. Значит, вот на эту ставим на хлеборезку. Да, и молотов. Да. Да. Е. Так, сейчас еще раз. Так, ракетницу перезаряд очка. Перезарядись. Ага. Вот это. Да. И молотов. Давай, наверное, вместо как это. 6 коктейлей молотов. Куда нам идти? Пока вот так сделаем. А я знаю, куда надо идти. Надо пойти поискать ее друзей. Хорошая попытка, но нет. Да, блядь, вы серьезно? Опять туда? Да. Ну, быстрый переход вот за эти... Куда? За водопады. А, и оттуда? И там придется пешочком. Не, на лодке придется. Ты забыл, здесь нету прохода, здесь скала. Мы уже накололись на это. То есть надо вокруг вот так вот. Вот здесь нет прохода, тут скала. Точно. Ну, значит, на лодке. Окей, так, где у нас? Где? Ага. Так, быстрее. Как он называется? Вот, та же хуйня. Посмотрим причал Марика. Да, это именно оно. Окей. Так, лодочка, где у нас лодочка? Так, вижу по мини-карте лодочку. Вижу лодку, не вижу препятствий. Не, давай ты вези. Я не хочу. Как? Так. Садимся. А в общем, что-то куда? Ага. Плывем, потом налево. Странной дорогой решил поплыть, ну ладно. Да, плыви туда, пока туда. Здесь дорогу я уже помню. Я художник, я так вижу. Не, ну в принципе, да. Дед. Дед, один и тот же дед постоянно вылезает. Пиздец, у меня какой-то харассмент просто. Меня сталкерят. Брат, дед, да ты заебал, отстань от меня, дед. Дед, по-братски, отстань. Деда на молоденьких потянуло. Мне реально вспомнился один и тот же дед, который... Блять. Интересно, я правильно плыву или нет? Дед? Или что?
Ну ты по длинной дороге решил. Сейчас скажи, плыви, плыви, направо потом поворачивай просто. Плыви. Нет, что ты делаешь? Нет, не сюда. А, да, все правильно, можно и так. Дежованный крот. Вот, все, дед меня. Ты можешь. А где кутые-то мое ебаное, блядь? Спасибо. До свидания. Сука, вот этот мудак, он всегда подгад. А че, залезть-то не могу? А, блядь, отъебись от меня, дед! Съебал! Сука, реально один и тот же за мной бегает. Ну, приглянулась ты ему. Я, конечно, польщен вашим вниманием, но, блядь, вы не в моем вкусе. Так, это здесь же, да? Да, отлично, все. Нахуй я чувака на берегу задавил лодкой. Бля, ну, сука, подожди. Бля, взрывной! Сейчас, если помечу, это было настолько охуительно, ты просто знаешь, как по земле, как по маслу просто заехал, задавил, так охуенно. Ну, я думал, ткнуться, типа, в берег, ну, и все, да я никак не ожидал, что она ломанется туда, просто пиздец, как... Так, быстрее, опять, чем по воде. Опять же, думаю... Кстати, да, по воде, по-моему, ты медленнее ездишь. Я думаю, Russian. Глава 4, новости на... И чё? А куда... А маркер такой пропал. Войдите на территорию лаборатории. Пойдём. Забей на них. Бегу. Да, лабораторию мы видели. Сейчас в лаборатории здесь должен быть пункт быстрого перемещения по-любому. Он должен здесь появиться. Ну, сейчас карту прям открываю сразу. А, карты нет. Ясно. Сейчас мы Кеслера, значит, спасем, и там будет появиться. Ты еще помнишь, кого спасать? Пиздец, ты даже имя запомнил. А, я запомнил, потому что... как это называется? В главном меню есть... Оправдывайся, да. Записи доктора Кеслера, типа там про. Ну, это типа бестиарий. Вот, а, смотри на это. Ты посмотри на эту хуйню. Блять. Так-то да. Я хуею, честно тебе скажу. There's an intercom. О! Hello, доктор Кеслер. Цик, угадал. What do you want? Please, sir, I need your help. I am busy doing serious research. Sir, да. It's about your research. Гениальная работа, честное слово, не минуты покоя. Ну ладно, заходите, раз уж вы меня хвалите, заходите. Так, секундочку, я должен вкачаться. Так, это что у нас? Возможность мгновенного убийства зомби, да, еще раз. Че, это утомляющая клюшка для гольфа. Доктор Кеслер, у вас имя часом не Джоэл? А то тут клюшка есть. Отсылки для тех, кто говорится. Хотя это очень, на самом деле, попсовая отсылка. Most of my squad is dead. А, заебись, дневник, да. Дневник он воспроизводится как аудиолог. О, 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 о! Да, я видел на артах этих чуваков. Это типа мега взрывной какой-то, да? И че, и все? Alright, I let you in. Now tell me what you want. Бля, охуенная катсцена была. С таким немецким акцентом говорит. Давай. Так. Маркус Вилла claimed other. Я подобрал дневник. Сочувствую. Я его подобрал только сценами, как сцена его обрубила. Да, это. I don't know. He said he needed the flash from. Wait a moment. Are you saying that you? Да, у нас иммунитет. Да. I have been. Ага. Это пиздец, он. Ты можешь как-то сжать информацию? Да пиздец. Так, он нам даст какой-то пистик, кстати говоря. А, шокер, это шокер, понятно. Если шокер будет такое же говно, как в компании за полковника, я просто отказываюсь его нахуй им пользоваться. В компании за полковника просто был шокер. Я его себе сделал. Я стреляю во врагов, и вообще, то есть эффекта вообще ноль. Ну, по идее, должно станется же враги, типа, для этого сделан, да? Потом ты берешь другое оружие и их режешь. Но там вообще просто никакого эффекта, абсолютно. То есть ты просто стреляешь, им вообще насрать. А он такой... Так. Секретные материалы я все еще продолжаю находить. О, Санек, этого я предоставляю тебе. Спасибо. Опа! Уй! Так, это вот местный... Я только что простил игре всю тупость.
Ну да, вот значит играешь, бесит, а потом вот это вот находишь чувака очередного висящего на перилах и... И чё? Ну и чё там сверху? Так, вы обычные, вы взрываетесь или чё? Ученый мутант. Они просто выглядят на ростах как взрывные. Видимо, они не взрываются. Что-то я еще какие-то тряпочные слушаю. Да и хуй с вами. Это ли не прекрасно? А, так их, по-моему, походу и надо убить. Вот. Слушай, какая прикольная локация тоже. Что, как обычно, я не слушал, в чем я говорил этот. Я знаю, это на самом деле, ну, порицаемо, типа, вы играете, даже не вникаете нихуя, а потом бегаете, типа, а что делать? И, типа, ну вот. Но, к сожалению, все это очень интересно написано, извините. Прям. Ебать, он тряпочный-то тряпочный, но втащил два моих уважения. А меня просто не втащил пока еще ни разу. Просто странно, появляется новый враг. Повезло, какая-то убер-атака это была, но не знаю. Там просто к тому, что... Треть здоровья осталось. Да что за бред, реально, слушай. Вот, реально, появляется новый враг, да, который, типа, закован в какой-то вот этот костюм химзащиты, туда-сюда. Он появляется поздно по игре, и по идее вот это должно быть, ну, типа, он серьезный такой, да, и все такое. А он улетает с двух ударов, поэтому обычные бомжи в майках какие-то, они просто им насрать на урон, им насрать на все, и они еще тебя пиздят неустанно. Ну, это вообще как работает вот это вот в этой игре? Так вот и работает. Нет, я-то только раз, ага, понял. Он может куском жопы своей играть. Нет, я только рад, на самом деле, что пошли враги, которые быстро отлетают. Это не то, чтобы я претензии, да. Да, вот втащил он как следует. Не, ну у него хотя бы... У него это хотя бы выглядит оправданно. Я так бежал, так хотел ворваться в драку, прыгнул, чтобы с ноги втащить. О, иди сюда, иди сюда, я тебе... Запутался в проводах, блин. Иди, я тебе компенсирую. На, смотри, с высоты его. Господи, это в смысле? О! Бля, у меня это, конечно, выглядело максимально уёбищно, но я надеюсь, что у тебя выглядело нормально, и ты порадовался. А чё я отключил-то? Я тоже довольно, ну не уёбищно, но всрато. О, ну это твой, соответственно. Сейчас, подожди, я лут соберу. О, давай. Блядь, и рот опять с жопой в меня бросил. Мешает развлекаться нам. Давай я пока завалю здесь. Бля, хочу на это посмотреть. Конечно, конечно. Давай с ними разберемся. Давай. Хватит народищу. Ты, блядь. Ты охуел? Он реально от себя куски отрывает. На них можно прыгать сверху. Да. Я тоже уже обнаружил, но... Бля, слушай, вот здоровый. Он меня убил. А, так это босс локации. Да, я это имел в виду. О! Круто, я заспавнился у него за спиной. Натис! Слушай, подожди, у меня есть идея, ну-ка отойди-ка. На тебя, мужик. Во! Ладно, остальных поджигать было плохой идеей. Да блять, да! Ты даже пришел, блядь. Дайте уже скинуть-то. Так. Сейчас, секундочку. Давайте. Не, ну вот это заебись. Это да, такая... бля. Ты что, упал? За ним, что ли, упал? Ну, я хотел посмотреть, как он там лежит. Кстати, почему-то убивать не всех надо. Я вижу вот кучу еще этих зомби, но убить почему-то одного только надо. Ну ладно, мужики, вот тут последний. А, подожди, стоп, стоп, стоять. Нихуя себе, вот это я прыгнул. Опа! Десантура. А этого нельзя так? А, это босс, его нельзя, понятно. Блять, а кто меня ушатал-то? Он. А, у них какие-то реагенты определенные, типа, да. Ну, пойдем. Опа. Уи! Блять, я в дверь... Ну, сука, я в дверь попасть не могу.
Good, good. Okay, you will feel a little prick. Don't worry about it. Do this task for me, and the map is yours. Я у чувака, короче, в этом, в... Чё удерживать? See, that wasn't so bad, was it? If I had a little sweet, I would give you one. Бля, мы его уже... Я надеюсь, он превратится в зомби, мы его убьем. Он меня уже прям раздражает, этот урод. Да-да-да, ты разрядил обстановку, пиздец как. В аспарадо стоит какая-то хуйня, и потом такой... Хотя нет, это же телефон. А, после того, чтобы ты... Мясо. Вот, вот, да-да-да-да-да. Если я думал, может, какой-то, значит, это, типа, ну, у него пробирки, и там куски мяса, эти он исследует зомби и так далее, потом смотрю, да подожди, это же телефон, рядом чашка кофейная стоит. Из чего из этого мы достали кусок мяса? Бла-бла-бла, давай-давай-давай. Катакомбы, да, катакомбы. Да, наконец-то. Наконец-то канализация. Да, я понял. Эти туннели звучат, как они могут быть бич, но... Май, может быть, будет туго, да? Серьезно, ты сомневаешься? А, ну где-то здесь, что ли? Вход в катакомбы. Ну и где? Вот, кстати, быстрое перемещение все-таки появилось. Слава богу. А куда надо? Надо выйти из этой локации. Отдельной. Что это же, как считается, отдельная локация. А зачем выйти-то? Так, а где, а куда? Не, перемещаться-то нам куда надо? А, у нас здесь карты нет, поэтому мы не знаем, куда. Да, 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 я же говорю, надо типа выйти, это как отдельная локация считается. Посмотреть, а потом вернуться назад в нее, чтобы совершить быстрый переход, да? Ну, да, примерно так. Это что-то на гениальном, я просто не сразу понял. Ну, конечно, тут не только лишь все могут понять. Да, блядь, ну, давай, смотри, короче, карту, я пока зомби здесь порублю, а то нам не дадут нормально покататься в инвентаре. Так, ну это в пердях. Ну почему? А можно переместиться где-то в этот самый лагерь экстремального туризма? Окей, погнали. И там дойти пешком. Ну, я предлагаю, это сейчас мы телепортируемся и закончим на сегодня. Ну да. Слишком много гениальности за один раз, да. Не, ну в принципе сегодня хотя бы терпимо. В прошлый раз было прям совсем душно. Так, лагерь... Блять, а как он назывался-то? Ну там какой-то лагерь беженцев, а, что-то да. Там. Одновременно он же лагерь туризма этого. Да? Экстремального, да, блять. Мне нравится, перемещаешься ты в лагерь беженцев, а попадаешь в лагерь экстремального туризма. С добрым утром, удачного тебе ориентирования на местности, что называется. Такие дела. Maybe there's something in here. Так, ну здесь все сохранилось, просто отсюда все свалили, правильно я понимаю? А, да, это то же самое место, где мы типа, ой, боже мой. Здесь очень сильно все горело, но ничего не сгорело. Конечно. А, и здесь даже все ушли. Здесь даже вон приемничек продолжает твою песню играть. А ну с кайфом, что, все логично. Здесь свалили, то есть здесь сейчас стало даже лучше, чем вот во многих других местах, где те мозги ебут, а здесь просто никого нет. Можно почилить. Да какого? Ну что за ужас тут творится? А, вопли всякие? Ой, нет, я в смысле сюжета. А. Так, есть мяч, учинители. Да блять, верстак! Кстати, я могу... О, на клюшку для гольфа можно гвозди повесить. Прям интересно, я хочу. Может еще один жидкий огонь. 31 уровень. А, да у меня сейчас 30, этот самый 31 уровень не будет. Вот на клюшку я, наверное, себе тоже сделаю. Сейчас я клюшки отремонтирую. Жидкий клюшка для гольфа. Я еще и огонь на нее на одну. Я на одну гвозди повесил, на другую огонь. Уважаемо. Так, и какую-то с гвоздями прокачаю. Алмазная грань. Злобная тихуанская мачете, а нахуй я его не продал? Почему? Ладно. Так, и что я могу? Могу кого-нибудь поставить? Вот вместо когтей, допустим, этих ебаных. А, у меня гвоздей не хватает. Так, гвоздь, клюш. Развались. Ну-ка, подожди. Стой. Дальше посмотрю.
Сейчас, где нет, там мне все равно еще уровень поднять нужно, чтобы я мог ее использовать, так что не парься. А сейчас, подожди, я хотел посмотреть, что у меня по урону. Пока где мы будем она? Поднимать, явно я успею найти. Так где нужно. Она, господи? Гвоздь, клюшка для гольфа. 573 всего лишь. А когти сколько? Бля, я их в упор не вижу. У меня так мало, а вот они. Ну да, она хуже. Но она белая, когти нет. Синие, ну хотя бы чисто посмотри. О, смотри. Ебать. Ежик! Это ежик! Это нет такой животный, какой ежик. Не, ну вообще, судя по его виду, это должно быть больно, да, такой поебалу получить. Ну, это конечно. Но все равно выглядит максимально упорото. Да. Ладно, друзья, давайте на сегодня прервемся. Да. Сложно какие-то впечатления. Ну, мы потом сказать. По итогу все равно будем еще рассказывать, когда да. пройдем. Вот. Но, ну, короче, это хотя бы уже лучше, чем в прошлый раз. У нас более-менее какой-то хоть урон появился, хоть чуть-чуть. И что-то еще, потому что, ну, прошлая серия, это вообще пиздец какой-то был. Прошлый стрим. Было слишком больно. Да, сейчас хоть что-то. Хотя, чего-то куда-то. Честно, опять же, признаться, прям удовольствие все равно не доставляет. Прям было... С оригинальным мертвым островом что-то ни в какое сравнение. Там было прям весело здесь. Хотя кажется, казалось. Хотя казалось бы. Хотя да. Ладно, друзья. Спасибо всем, кто был на стриме. Спасибо всем, кто посмотрел запись. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою телегу. Переходите по ссылке в описании стрима и подписывайтесь на канал Александра. Если вдруг вы хотите задонатить, кто я такой, чтобы с вами спорить. Вот, на этом у нас все. С вами был Серхио и Александр Кондрашов в этом. Ну, вы поняли. Конечно, Александр Кондрашов, да, все. Всем пока. Всем пока. Смотри, я тут нашел еще дубинку одну. Калечащая дубина. Бля, 49 уровня, но ты ее не будешь брать. Я ее забрал, короче. Хотя она в ящике, значит, у тебя тоже будет, если ты подойдешь. А, но у меня она может быть не 49 уровня, а какой-нибудь третьего, например. Вот так здесь что? Вот ящик был закрытый. Не. А. Да, но у меня 32-го. Ну пусть будет. В принципе, что? Пусть будет. Что-то мы здесь даже ничего не залутывали, я здесь смотрю, здесь везде лутали. Так мы здесь и не ходили, по-моему. Да. А, да, мы сразу заходили, в центр сюда вообще не ходили больше.